Ну, я очень рада то, что меня позвали участвовать в этом шоу, и для меня это еще один новый опыт, и я рада, что шоу в моей жизни уже второе. По счету где-то 4 года назад я тоже выступала в Сеуле. Помню, что публика очень любит фигурное катание и тоже очень ярко и бурно реагирует на каждый номер. И мне очень нравится, что всех фигуристов поддерживают во время наших выступлений, так как для нас это очень важно.